Всем привет, всем привет! Привет, привет! С вами Лига Music Wars. И значит, сегодня у нас что-нибудь новенькое и что-нибудь веселенькое. А будем тратить мы ключи от наших экспедиций. Причина тут элементарная, потому что не дождался 31 уровня, ребят. Ну, нужны торны там, всякий расходник. Короче, всякой фигни нужна целая гора. Сейчас за раз зайдем, посмотрим, что, чего и где и как. И потом уже в конце можно будет посравнивать. Так, основная часть, зачем я вообще открываю, это колесо фортуны, тут у нас 30 тысяч, так, есть, дальше в ангаре на мехах, ребята, у меня вот такой расходничек здесь, там 10 волночек тут у меня, протоночек 19, ну, щитков тут 10, 10 простых гранаточек, в общем, есть расход, но мало, короче, так скажем, получается, чипов 26 тысяч. Ну, это скоро мы их тратить будем. Так, дальше, что у нас? У нас еще есть, получается, клубы. Клубы рингов у меня 270. Вот так, что, типа, так. Все остальное меня не интересует. А, нет, еще карты. Еще карты, ребята, экспедиции. Карт у меня 48 штук. 48 карт у нас. Так что они останутся у нас еще. Ну и давайте с самых мелких. Так, открываем где-то 80, 50 и 3. Получается. Ну, поехали. Ой, я арконы забыл показать. Ну ладно, там. Посмотрим потом по ходу дела. Блин. Ребят, это долго. Давайте я помолчу и, наверное, я ускорю под музыку или буду разговаривать на, ну, на быстром, более быстром темпе. Карта. Ну, турн хорошо падает с чипами, вообще прям ас. 15 звезд. Ой, нет, это... Песни попоем, песни. 19. Тущенки. Блин, как же нафиг еще раз, а? Ну, 40 ключей осталось. Что сыпется? Помаленьку, полегоньку. Ну, сыпется. 90. О! Ну что у нас по предварительным итогам? Да ё-моё, ничего не видно. Что там навыкидывал опять, а? Придется парочку, короче, випов сожрать, потому что сильно много всякой фигни навалилось. Так, у нас, короче, выпало тут... в общем, 8, 4, тут 14. В общем, что-то дофигище, короче, что-то нападало с этих ящиков вообще. Так. На колесо фортуны, ребята, 37, ну, 7 тысяч торнов выпало, 89 арконов выпало, выпал идеальный аркончик, вообще прям очень хорошо. То я все фуфло переработаю, конечно, на расходники. Дальше у нас в чипах, 2000 чипов, короче, вот у нас выпало, ладно, хорошо. Хорошо, давайте к следующей партии. То есть у нас теперь пошли, у нас 50, короче, зеленых ключей. 50. Круто. Круто.
весело. Ну, 1400 круче, конечно. Так, до 50-ка еще 30. Слушай, ну неплохой дроп зелененький-то прям вообще. Он 1600 выпадает вообще. Прям, 450. Давай еще 1500. Видно, большие зеленые ключи падают чаще, да? 950. Вообще прям очень хорошо. Сотничек. 150 кинетики. 450, 100. Еще 1000. Есть. Еще 1000. 400 на грабеж. Хоть бы один, а идеальный аркончик. 20. 55. 36. Ну, так как-то все как-то по-замороченному, конечно. 60. Еще 15. Фу, какой смешной дроп. Не могли ни на что решиться, ни одного идеального аркона. Ни одного. На 31 бы открывал, замучился бы, короче. Чисто торны падают, причем в количестве, ну, таком хилом-хилом, в общем. Карта. Скорпиошка, хорошо. Скорпиошка. Чипсы. Ну, давай еще раз. Два. И три. Все, 50 ключей наших есть, 49 осталось. Да, видос получится длинненький. Ну, золотые ключи я так открою, ребята. Давайте сразу их тоже откроем. По ходу дела и посмотрим. Ты тут всего их, короче, три ключа у нас, так что тут не критично. Давайте раз, так, 2,5, один идеальненький еще. Ну, так себе, если честно, было бы 6000 торнов, то есть можно было бы еще раз, давай еще один. Мне прям таланта не хватает, вот вообще просто шедеврально. Вот нафиг он мне нужен. Ну, вот это вот более-менее 2500. Хотя могло бы быть и получше. Там под 5000 выпадает. Все, ребят, давайте подведем итоги всей этой вакханалии. В общем, у нас получилось, ну, дофигища, короче, получилось арконов. То есть 80 плюс 80, 160 примерно у нас появилось арконов в общей сложности. Дальше, на колесе рулетки, ребята, у меня стало 69, ну давайте сделаем 70, пусть будет. В общем, в общей сложности добавилось 40 тысяч торнов у нас с этих сундучков. И по расходику у нас пойдем сюда. Так, 26 тысяч чипов было, стало 34 тысячи чипов. И что у нас появилось? У нас появилась аптечки, десяточек появился, чуть-чуть этих мелочей появились, щиты добавились, эти не добавились нисколько, гранаты 3 добавились. Короче, вообще нет дропа. И не было, короче, такого навороченного, чтобы он прямо был, чтобы можно было им хвастаться. Но все равно оно того стоит. То есть я ключи оставляю на всякий пожарный, потому что, возможно, в феврале все-таки будет что-то. После новогодних праздников, может, все-таки ведут 31 уровень, нельзя полностью ключи открывать. Ладно, ребят, спасибо всем, кто смотрел. Это были сундуки с экспедицией. Продолжаю копить ключи. То есть теперь уже адекватно. Половину открыл. Сейчас буду докапливать опять. И потом буду позже опять половину открывать. Ладно. Всем спасибо. Всем пока.